Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать играть в прятки. Поэтому давайте прямо сейчас я выберу блок, за который буду маскироваться. Скорее всего, я возьму верстак, потому что, как мне кажется, верстак, он очень такой незаметный, и меня 100% никто не сможет найти. Вот, что же, мы уже находимся на карте. Кстати говоря, карта очень прикольная. Я как-то раз на ней уже играл, и у меня даже получилось выиграть. Поэтому я думаю, сегодня мы тоже просто обязаны победить. Я сегодня реально хочу выиграть 2 раза подряд. Поэтому, ребята, вы меня, пожалуйста, поддержите, поставьте лайк. Ну, а я уже сейчас буду искать какое-нибудь прикольное место, где бы можно было спрятаться. Так, просто я пока что реально ничего нормального не вижу, и смотрите, тут уже какой-то заспавнился охотник, и он уже кого-то уничтожает. Вот это он дает, конечно. Так, ладненько, я, наверное, пока что буду стоять вот здесь, хотя это вообще какое-то плохое место, да ну нафиг, нам срочно нужно найти реально хорошее место, где меня 100% не смогут найти, и тогда все будет хорошо. Так, отличненько, я вроде от этого охотника оторвался, поэтому давайте спрячемся вот тут. Смотрите, там, короче, лежит очень много этих самых верстаков, и мне кажется, если я вот сюда встану, то меня 100% никто не найдет. О да, вот это хорошее место, конечно, у меня найдено. Ну что же, осталось всего лишь как-нибудь затроллить охотников, и тогда вообще все будет очень круто. Правда, я пока что никого не вижу, и, кстати, у меня уже в руках появился деревянный меч. Поэтому смотрите, нашего союзника, нашего дерева пытаются уничтожить. Нет, я тебе не дам это сделать. Я сейчас тебе помогу, дерево. Только ты, главное, не умирай. Сейчас я убью этого какашку. Получай. На, отлично. Вот это было прикольно. Я его, короче, убил. И поэтому нужно по-быстренькому вернуться на то самое крутое место, где я раньше находился. Потому что там реально крутая позиция. И, в общем-то, будем продолжать прятаться. Так, вон там вот я вижу, опять же таки, этого самого игрока, который я в прошлый раз убил. И он опять на кого-то нападает. Да сколько ж можно. И смотрите, наше дерево опять кто-то убивает. Нет, дерево умерло. Бедное дерево. Ну, все равно я за тебя отомщу. Получай, какашка. Раз, два, три, четыре, пять. И сколько ж у тебя жизни-то? Ай, у меня уже у самого осталось очень мало жизни, поэтому, ну тебя нафиг, дурацкий охотник. Сейчас я его, хопа, вот так вот обману, видали? Вот это было прикольно. Так, сейчас я, короче, его вот так вот заманю куда-нибудь и спрячусь. О нет, ребят, у меня осталось 1,5 жизни, и он гонится за мной. Только не это, это самое плохое, что только может быть. Поэтому прыгаем сюда, потом вот так вот разворачиваемся, и вот тут тоже охотник, да сколько ж можно-то? Ух, ребята, это просто какая-то жесть. За мной гоняется весь сервер, и это очень-при-очень плохо. А ну-ка, получай, какашка, я все равно тебя убью. Рано или поздно ты все равно у меня получишь. Никто не смеет за мной гоняться, и никто не смеет тем более меня убивать. Понял, да? Смотрите, он куда-то вошел, какой-то очень странный на самом-то деле охотник. Я его, короче, уже очень много раз ударил, и он, походу, вообще не понимает, что происходит. Вот это он, конечно, дает. Не понял, ему что, пофиг на меня? Ребят, ему, походу, так надоело за мной гоняться, что он просто взял и пошел искать других игроков. Вот это он дает, конечно. Ну ладно, в общем-то, я, наверное, все-таки не буду его обижать, а то как-то ему, наверное, уже надоело, что за ним гоняется верстак и пытаются его убить. О! Не понял, а как это он меня догнал? Чё за фигня, ребят? Это было вообще нечестно. Просто пипец. Он все-таки добился своего и меня уничтожил. Вот ведь какашка. Ну ладно, ладно, игрок. В следующей игре, если ты мне попадешься, то тогда я тебя точно затроллю. Ну а пока что давайте искать будем этих самых игроков, которые у нас прячутся. Нам нужно, короче говоря, найти 2 верстака.
рюкзака, одну наковальню, один маяк и один лед. Ну ладненько, думаю, это будет не так сложно, потому что карта у нас очень такая простая. Здесь не особо много мест, где можно было бы спрятаться, поэтому думаю, без проблем сейчас я все найду и все у нас будет хорошо. Так, возможно, где-то здесь прячется какое-нибудь дерево. Ну-ка, давайте все это постучим и... Нет, оказывается, никто здесь не прячется. И, кстати говоря, осталось 30 секунд, ребят, это очень мало. И нам нужно срочно как-то поторопиться и ускориться, потому что я вообще не хочу проигрывать. Пожалуйста, игроки, вы где там все прячетесь-то? Я что-то вообще не понимаю. Где этот дурацкий маяк может находиться? Может быть, ты здесь? Так-так-так, бьем-бьем-бьем и... Нет, ребят, прикиньте, они так круто спрятались, что я их не нашел. Ух, это, конечно, было очень печально, что я проиграл, но ничего страшного. Во второй игре у меня 100% все получится, поэтому переходим туда. Ну что же, во второй игре я бы хотел взять, знаете что? Думаю, вы все прекрасно понимаете, конечно же, горшок. Потому что мы всегда во второй игре берем горшок и с легкостью выигрываем. Вот, кстати говоря, нам попалась очень крутая карта. Я как-то, помнится, уже несколько раз на ней играл, и у меня даже получалось на ней выигрывать. Поэтому, думаю, сейчас у нас тоже все получится, и мы победим. Поэтому что же, я здесь вижу какую-то странную постройку. А что если мы прямо здесь будем прятаться? Нифига себе, ко мне еще какая-то книжная полка пришла. Две книжных полки, пипец, конечно, ребят. Вы только посмотрите, и верстак пришел. Вы что меня тут палите? Ребята, пожалуйста, отстаньте от меня. Дайте мне постоять в этом месте. Это мое место, поэтому давайте, проваливайте отсюда. Вы это видели? Просто пипец. Просто все хотели сюда встать, но, к счастью, я успел самым первым сюда прибежать, и все у нас будет сейчас хорошо. Хотя, знаете что, если сюда прибежит какой-нибудь охотник и откроет дверку, то он, скорее всего, мне скажет: «Ну, привет, Нубас, а ты чё тут стоишь? Хочешь, я тебя убью?» И, короче, у меня убьет. Поэтому, знаете что, не, все-таки лучше я с этого места куда-нибудь убегу. Например, вот сюда. Да, неплохое место, мне кажется. Сейчас я тут что-нибудь найду и где-нибудь спрячусь. А ну-ка, смотрите, какое крутое место. Я уже как-то раз на нем прятался и уже несколько раз при помощи этой штуки выигрывал. Вот, поэтому, в принципе, мне это место очень нравится. Вот. Правда, я что-то вообще не вижу, где эти самые охотники бегают. А то как-то вообще так не особо весело. Не понял, книжная полка, а ты что сюда пришла? Вот этот прикол. Мне кажется, тебя заметит книжная полка. А ну-ка, а давайте мы сейчас запустим фейерверк, чтобы, так сказать, все охотники знали, где находится я и книжная полка. Вот. Хотя, мне кажется, всем как-то вообще пофиг. Поэтому, знаете что, я вам предлагаю как-то аккуратненько пройти на этот центр карты и как-нибудь затроллить какого-нибудь игрока. А ну-ка. Я вижу, что тут около меня на самом-то деле очень много охотников. Нифига себе, да их тут реально дофигище. И они меня уже, походу, заметили все. Нет, нужно срочно бежать в мою крутую нычку, которая находится в этой комнатке. Поэтому давайте раз-раз и... А ну-ка, интересно. Этот игрок, походу, не заметил, куда я пробежал. Это очень хорошо. Ну все, нам осталось еще продержаться. На самом-то деле очень много времени, целых 2 минуты. Вот, но я очень сильно постараюсь это сделать. И вы только посмотрите, сколько их там бегает. Это просто что-то нереальное. Так, ладненько, пока что я не буду использовать никакие эффекты, чтобы меня 100% не заметили. Ух ты ж, просто пипец. Их тут просто миллион, этих самых игроков. И что-то мне подсказывает, что если он побежит ко мне, мне нужно будет срочно куда-то убегать. А ну-ка, получай, какашка. Все, ребят, бежим быстрее. А ну-ка, хоп, пробегаем мимо этого охотника. Выбегаем на улицу и, в общем-то, бежим вот куда-нибудь туда. Так, интересненько. Да, за мной кто-то бежит. Это, конечно, нехорошо. Ну, что поделать, ладненько уж. В общем-то, мы должны как-то вот так вот аккуратненько их оббежать. И как
как-то постараться выиграть. Ух, просто пипец, нам еще нужно продержаться 1.5 минуты, и тут просто миллион этих самых охотников. Вы только на это посмотрите, их тут просто не знаю сколько. Ой, тихо, тихо, меня что, увидели? Да, меня увидели, и все бегут за мной. Я что, один что ли остался? Нет, вроде нас еще целых 5 игроков, но мне кажется такое чувство у меня, что я один, потому что все бегают за мной. Почему так происходит, я не понимаю, поэтому нужно срочно от них оторваться и уже спрятаться. Так, осторожненько, давайте вот тут пробежим и... А ну-ка... О, блин, все-таки заметили, бежим обратно, ребята! Ух, просто жесть! А ну-ка, давайте мы вот сюда запаркурим вот на это здание, и мне кажется, тут будет довольно круто. А ну-ка, я просто буду не давать этим охотникам сюда взобраться, и мне кажется, это вообще круто, смотрите! Они ничего не могут мне сделать, я просто беру и откидываю их, хотя... Хотя нет, у меня не получилось. У меня не получилось продержаться 30 секунд. Ух, ребята. Но все же это было очень сложно, потому что их было просто 1 000 000 человек, а я один, вы прикиньте. Поэтому, ух, очень, конечно, жалко, что мы проиграли. Ну, что поделать. Нам оставалось еще найти одного игрока, но мы его так и не нашли. В общем-то, что же. Я на этом уже буду заканчивать. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!